Всем привет, это Атом Дуба, канал о физике. Меня зовут Саркис. Сегодня мы решили попробовать новый формат видео, разговорный. Сегодня будет первое видео в таком формате. И к тому же мы начинаем серию видео про работу разных видов часов. Сегодня будем обсуждать солнечные часы. Многие думают, что это самые простые часы, но на самом деле даже в них вложено множество знаний. В этой серии мы дойдем до самых сложных часов, в том числе до атомных часов. Помогут мне сегодня в этом деле Саня и Илюха. Все люди считают, что ну вот древние люди, что они могли такого интересного, сложного сделать? Палка просто в землю вот так вот воткнута, и все. Вот солнечные часы. Стоунхендж же построили как-то, это же не просто палка. А вот да, в книжке там вот Робинзон Крузо, он там тоже там время определял, сколько он там на острове пробовал. Ну. Тоже там палку втыкал в землю и нормально там, сколько он там лет прожил. Вот насколько он точно определял, если он просто палку в землю. Он потом выбрался же, он там узнал, насколько он ошибся. Ну он же по дням как-то ориентировался, там, ну, да. По дням-то просто, ну а внутри одного дня ничего страшного. Ну вот я вам предлагаю отправиться на метро ВДНХ, там вот есть аллея космонавтов, и там есть солнечные часы. Я там тоже был. Я не знаю, может быть, их поправили, но пару лет назад, когда я там мимо проходил, смотрю на эти солнечные часы. Люди ходят, тоже заглядывают детям своим, говорят, посмотри, сколько времени. И солнечные часы показывают. Смотрят, а часы показывают одно, потом они заглядывают на свои наручные часы, а там 2 часа разница. Ну, потому что это бездушные электронные часы, как бы там непонятно, куда там что электроны делают, а тут у тебя вот по солнышку, как бы это правильные часы. Нет, не поэтому. Просто, похоже, некоторые люди потеряли древнее знание о том, как надо правильно устанавливать солнечные часы. Вот в этом дело. Вот, и сегодня я хотел бы провести мысленный эксперимент, представить, что вы попали в авиакатастрофу, и как Робинзон Крузо, ну только не на корабле, а на самолете попали, наверное. Да, но если на самолете мы пойдем в авиакатастрофу, то, скорее всего, нам не надо будет уже время определять. Ну вы чудом выжили, и вас выбросило на необитаемый остров. Хорошо. Вот. Вы на необитаемом острове. Это как сериал этот Лост, да? Да, и вы сейчас пройдете через все стадии понимания того, как сделать правильные солнечные часы, чтобы они работали нормально. Ну вот тут есть картиночка, я специально для вас вывел, вот вы здесь. Хорошо. Зачем вообще тебе на острове определять время? Я ну вот смотри, ты летел на самолете куда? Ты летел, ты летел позагорать, правильно, да? Так. Ну. Вот если ты в полдень выйдешь позагорать, а крема нету, все, он с багажом потерялся. Вот ты в полдень вышел позагорать, все, обгорел, на необитаемом острове кефирчика нету намазаться, кремов никаких нету. Но... А ровный загар никто не отменял, ну, предположим, через месяц корабль приплывет, заберет вас, ну, цель-то не выполнена. Ты уже сгоришь, да, к тому времени? А ты уже сгоришь, красный поедешь, кожа облезет, да. А нужно, чтобы у вас был ровный загар. Ну, там-то полдень-то понятно, когда полдень примерно, ну, просто по небу можно сориентироваться, нет? Ну да, то есть на самом деле можно просто смотреть, как солнце движется по небу. Да. Полдень – это что такое? Ну, когда солнце в самой высокой точке. Да, самой высокой точке за день, да? Это не значит, что ровно у вас над головой. Ровно у вас над головой солнце бывает не везде на Земле. Например, в Москве такого никогда не бывает, да? Для того, чтобы у вас солнце когда-либо бывало ровно над головой, вам нужно жить в пределах тропиков. Там есть какая-то широта. Кстати, во сколько полдень обычно наступает, знаете, нет? Ну, около 12, наверное. Нет. Нет. Не нас 12. Обманывали всю жизнь. Ну, когда ну, тогда? Ну, как бы вот сегодня разберемся как раз. Хорошо. Вот. Ну, то есть, предположим, что вы все-таки решили померить время чуть поточнее. Вот. И палка действительно обычная, которую вы воткнули в землю, можно на пляже, где угодно. Она очень поможет. На пляже очень удобно. Что можно с помощью этой палки определить? Солнце у нас движется вот так вот. Где-то примерно на востоке восходит, и примерно на западе оно закатывается за горизонт. Да? И в наивысшей точке оказывается как раз в полдень. Ну, если нас не обманывает, если вы смотрите на тень, то что вы можете иметь? Например, длину тени. В полдень тень будет самая короткая. Да? А еще, если вы хорошо учились там и помните знания из астрономии какой-нибудь простой, то вы должны знать... Нет, да? Вообще даже... Ну хорошо, давайте включим логику. С какой стороны света солнце находится в полдень? Вот если оно на востоке восходит, на западе закатывается, то где-то посередине. На юге у нас. Да, на юге. И дальше вы можете смотреть на тень и увидеть, что в полдень она самая короткая, да? И тень будет показывать ровно с юга на север. Вы еще и можете направление, то есть определить, да, куда вам плыть, грубо говоря. Если вы знаете, что вы прилетели с севера, то потом на плоте можно выбраться с необитаемого острова, поплыть на север. Как-то так.
Да? Я бы не рискнул, я бы лучше сидел на острове. Ну да, ну там, судя по тому, как он выглядит, да, там неплохо достаточно вроде. Ну хорошо, ладно, палка, она показывает полдень, вы примерно научились, отметили, да, где он сделан. Дальше вы хотите, точнее, время измерять, что бы вы сделали? Ну что значит точнее? Ну вы хотите часы определять. То есть, скажем, вы решили друг с другом, что вы в 8 утра встречаетесь после охоты на местных, там какую-нибудь, на местную фауну, встречаетесь... чтобы покушать. Ну, можно какие-нибудь рисочки сделать вот на этом. Да, можно какой-то циферблат попробовать порисовать. Я, по-моему, даже здесь увидел. Вот. Ну, то есть, по идее, солнце делает полный круг по небу, да? За 24 часа. Да. Возвращается на то же самое место. Да. Да, я вроде не помню. Ну, плюс-минус, наверное, плюс-минус, на самом деле, да, плюс-минус. А, вот. Но за 24 часа примерно полный круг делает по небу и возвращается туда же, где оно было изначально. И вы просто должны расчертить круг, разделить на 24 части, правильно? Построить циферблат. Да, 24 как-то перебор, оно же там половину суток, оно... Оно под горизонтом, но да. Просто у вас тени не будет. То есть полный круг солнце делает за 24 часа. Угу. Просто какой-то участок вашего циферблата никогда не будет подсвечен солнцем. Да. Вот что произойдет. Вот. Будет такая схема работать или нет? Поначалу вам будет казаться, что все очень хорошо. Ну, потом она просто тень будет как-то по-другому. Наверное, мы что-то не учитываем, типа, раз-то так. Ну, оно живете... же солнце, оно же вот так вот как-то там в течение года туда-сюда. Там... Да, что-то там происходит. Но вы живете на необитаемом острове. Единственное устройство, по которому вы можете мерить время, это и есть солнечные часы, поэтому вы ничего не заметите, да, может быть, даже. Ну, да, Робинзон Круз, то, но что он же ошибся тут, там где-то. Тут, короче, проходит, ну, сколько-то дней после того, как вы уже обустроились на этом необитаемом острове, и прибивает к берегу из бизнес-класса чемодан какой-то. Угу. Выбросило. Ну, там... А там пивко. В чемодане, да, там есть... Или даже что-то поинтереснее, да, вино, давай вино. Из бизнес-класса. И вы решаете поделить по-братски. Значит, вино забирает себе Саня, а тебе достается самое ценное. Часы Rolex. Золотые. Ладно. Будет у тебя дорогая блестяшка на необитаемом острове. Да. А у Сани будет вот ну какие-то жалкие там пару бутылок, которые за пару дней закончатся. Потом приплывут аборигены с соседнего острова, я свою жизнь поменяю на блестяшку, а Саню съедят. Ну, например. Да ладно, я обменяю тебя тоже на блестяшку, не переживай. Вот. Ну, суть в чем, у тебя появились часы, они то даже есть ходят. Я могу типа сравнить. Ты можешь сверяться, да. Угу. Вот, ты что сделаешь? Ты, наверное, например, настал полдень, 12 часов, ты свои часы Rolex настраиваешь, что сейчас 12 часов, да? Вот, подкручиваешь их. 12 часов, окей. А, и ты заметишь, что вот с таким циферблатом, который просто вокруг палки построен, часы немного неравномерно идут по времени. То есть там будут небольшие отклонения в течение суток. Вот, но что еще хуже? Ну, надо просто их неравномерно наносить, эти рисочки, да? Это еще не самое главное. Есть еще гораздо большая проблема. Через месяц, вы там месяц будете жить, у тебя пока еще не закончились твои бутылки. Хорошо, да, еще не съели. Еще чуть-чуть осталось. Еще не съели. И через месяц мы заметим, что солнечные часы что-то вообще сбились. Угу. Почему? Ну, вот. Ну, я-то замечу, Саня не заметит. Да. Часы-то у меня будут. В смысле, когда полдень... Они-то изначально были неточные, да, потом они еще сбились. Потом через месяц, может быть, еще сбились. Через месяц еще там куда-то, в какую-то сторону. Вот. Почему они сбиваются? Дело в том, что солнечные часы с палкой, смотрящей вертикально вверх, это совершенно неточные солнечные часы. Для того, чтобы лучше сделать более удобные солнечные часы, которые показывают более точное время, нужно учитывать, как именно движется Земля в течение суток. Что делает Земля за одни сутки? Оборот. Тик. Один оборот вокруг своей оси. Да. Да, все правильно. Один оборот вокруг своей оси. Ага. И Солнце при этом вокруг оси Земли, то есть если вы стоите на Земле, вам покажется, что Солнце вокруг земной оси сделает вот такой вот оборот. В разные времена года Солнце делает чуть-чуть разный путь по небу. Если быть совсем точным, то летом Солнце восходит не ровно на востоке, а на северо-востоке, делает длиннющую дугу по небу и закатывается не ровно на западе, а на северо-западе. Зимой Солнце восходит тоже не ровно на востоке, а на юго-востоке, а закатывается на юго-западе. Коротенькую дугу по небу делает, большую часть времени проводя под горизонтом. Поэтому ночь длинная, день короткий. Зимой на юго-востоке? Да, на юго-востоке восходит Солнце зимой. А ровно на востоке Солнце восходит только два раза в году. В дни равноденствий.
И вот тут есть такая тема с проекциями. Вот если с геометрией, с трехмерным воображением хорошо, вы поймете, что в одно и то же время, в течение суток, когда Солнце находится на там, соответствующих друг другу положениях, да, тень будет показывать разные места. Ну, это я просто вам писал подожди, картинку. Это у нас, в наших широтах? Везде в северном полушарии Солнце ведет себя так. Конкретная точка восхода зависит от широты, да, чем вы севернее, тем севернее восходит Солнце летом. Ну, если вы севернее полярного круга, то вообще у вас может Солнце и не закатываться, например. Ну, оно вот как-то вот так вот, и крутится. Потом вот так вот только кружочек. Если вы на северном полюсе, то Солнце просто крутит горизонтальные круги по небу. Вот так вот. Ага, прикольно. Ровные горизонтальные круги. Вот. Кстати, на Северном полюсе в этом плане было бы легче всего сделать солнечные часы. То есть, как вам убрать влияние высоты Солнца? Вертикально выставленная палка эту проблему решает. То есть, высота Солнца никак не влияет на направление тени. Она влияет лишь на ее длину. Собственно, вам нужно вашу палку поставить ровно в том же направлении, что смотрит палка, направленная вертикально вверх на северном полюсе. Нам нужен какой-нибудь шарик, чтобы это все крутить, представлять, не знаю. Голова сложная. Ладно, короче, без шарика, окей. Буду вот так. То есть вот Земля крутится, вот эта ось, вот Солнце вот так. Вот на северном полюсе палка, стоящая вертикально вверх, является продолжением земной оси. И она является идеальными солнечными часами. Вашу палку нужно выставить ровно в том же направлении. Хорошо, мы, допустим, как-то определили направление оси, да? Воткнули под углом палки. Да, а как вы определили направление оси Земли? Как вам это сделать? А, вот как Солнце крутится, вот как-то так. То есть вам нужно построить линейки, перпендикуляр к направлению движения Солнца, мерить? Нет, все проще. Вам нужно дождаться ночь. Ночью видно полярную звезду. И просто в направлении. И просто надо палку направить, вот так вот прицелиться, чтобы она. А если мы на экваторе? Очень интересно. Если мы на экваторе, то как? Если вы на экваторе, то полярная звезда находится ровно на горизонте. Да. И солнечными часами будет палка, лежащая на Земле и смотрящая на север. Надо просто под нее подкопать чуть-чуть, вот так вот, чтобы она тень отбрасывала. Короче, Саркис, ты с нами на необитаемый остров летишь в следующий раз. В смысле, надо выкопать ямку? Нет, вы должны сами пройти через это, разобраться. Надо выкопать ямку просто в песке и вот так вот положить, чтобы вот... Ну, в принципе, да, это будет солнечный. И там будет вот такая как бы тень, вот она вот... Ну да, она будет перемещаться. Главное, на север направить. Ну или на юг. Ну да, я понял. В данном случае на одно и то же. Да. И я думаю, что в первые дни, когда вы до этого дойдете на необитаемом острове и поставите палку, то Илюха будет прыгать от восторга. Потому что он сам дошел до этого. Представляешь? Ты стыдно, ты сам на необитаемом острове думал, что направить палку на... Да, даже блестящие часы Rolex не понадобились. Саня в это время с свинцом будет чилить, ему будет вообще все равно. Какие там палки, время, часы, там полярные звезды. Но через, опять же, месяц пройдет, может быть, потом еще два. И Илюха заметит, что все-таки чуть-чуть, эти солнечные часы сбиваются. Уже не на 2 часа, минут на 10, на 15 максимум. Вот. Сначала, наверное, что ты подумаешь? Что, наверное, неровно на полярную звезду направил там. Ну, это сложновато, да. Да, сложновато. Начнешь поправлять. В это время приплывает спасительный корабль, который готов вас вывести с необитаемого острова. Но Саня, конечно, уезжает, у него закончилось. Да, да. А Илюхе не закрытый этот гештальт. А, черт. Он остается, потому что он говорит, я еще чуть-чуть. Сейчас осталось-то буквально чуть-чуть поправить солнечные часы. Он еще не знает, что впереди самое интересное. Что? Он проводит на необитаемом острове еще год в попытках поправить палку и добиться таки нужного результата. Ну, потом еще некоторое время проводит. И все это время он замеряет, насколько отличаются показания часов Rolex от показаний палки. Палки. Да. И получает вот это. Вот такой график в течение года. Синенький.
Что? Итак, по горизонтальной оси у нас, да, месяц, а по вертикальной отклонение в минутах. Mm-hmm. По графику можно увидеть, что в течение года сбивается время не сильно. Ну, максимально сбивается где-то в феврале, да, там, mm-hmm. может быть, в начале марта на 15 минут. А что не так с ноябрем? Почему вот именно в этих месяцах? Ну, ничего такого, то есть просто в эти месяцы максимальное отклонение. Mm-hmm. Вот. Ну, ладно. И как бы вы ни старались выставить ровно палку, вот от этого уже не избавиться. Почему? Потому что до этого мы с вами рассматривали только одно движение. Движение Земли вокруг своей оси. Mm-hmm. Но на самом деле Земля совершает два движения, как минимум. Вот. Ну, по крайней мере, таких значительных. Второе движение – это… Ближе дальше от Солнца к Солнцу? Вращение вокруг Солнца. Вокруг Солнца. Да, то есть вращение вокруг Солнца. Вокруг Солнца, хорошо. Вы можете себе представить, что если бы Земля вращалась вокруг своей оси и просто стояла бы на месте у Солнца, то во время каждого оборота вокруг своей оси наступал бы, то есть ровно за время оборота вокруг своей оси Земли наступал бы новый полдень, да? Один mm-hmm. полдень сменялся бы другим. Кстати, знаете, mm-hmm. за какое время Земля делает один оборот вокруг своей оси? Ну, там 24 часа, ну, 23, там 55, 6. Да, вот фишка в том, что это на самом деле не 24 часа, это 23 часа 56 минут. Вот, и 24 часа получается, потому что Земля еще и движется вокруг Солнца и немного, грубо говоря, мешает довернуться. Понимаете, да? То есть она немного смещается, и Земле нужно вокруг своей оси повернуться чуть сильнее, чтобы оказаться повернутой к Солнцу той же самой стороны. Ну, точно так же, да? Да, да. И это вносит поправку. То есть в среднем у вас сутки занимают не 23 часа 56 минут и 4 секунды, если я правильно помню, а 24 часа. Но из-за того, что ось Земли наклонена, а еще Земля вращается вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсу, реально каждые сутки занимают чуть-чуть разное время. То есть одни сутки прошли, у вас от полдня до полдня, например, 24 часа 1 минута, 1 секунда, например, там. Потом 24 часа 5 секунд, 23 часа 59 минут, там. Сколько-то там секунд опять 55, и вот так набегает разница. Вот. Но в среднем, да, 24 часа. Вот этот график, который вы видите перед собой, называется уравнение времени. Пафосно. Звучит неплохо. Да. И когда Саня возвращается за Илюхой, то первое, что он видит, это вот эту табличку. Он трезвый поставил. Человек, очевидно. Трезвый человек, который рядом с солнечными часами поставил вот эту табличку. Что бы ты подумал об Илюхе вот после этого? Безумец. Я тоже думаю так. Я тоже так думаю. Но Илюха в восторге, потому что теперь все сходится. Теперь я могу домой поплыть. По крайней мере. Не все так просто. А черт! Что еще может быть такого сложного здесь? Ну, то есть тут он просто смотрит на часы и потом там прибавляет или убавляет вот сколько-то минут в соответствии с графиком, да? Да, он просто вручную знает, сколько минут составит разница, он догадался, чем она вызвана. И просто если у вас есть солнечные часы и этот график, вы можете знать точное время. Вот. Проблема заключается в том, что Саня притащил с собой спутник в интернет на необитаемый остров и решил показать ему новости с большой Земли. И показывать там, вот, значит... Безумный там... ученый запер себя на необитаемом острове, чтобы втыкать палки в песок. Что же он задумал? Нет, ну там какие-то... Там военные тайны с Игорем Прокопенко. Я буду главным героем какого-нибудь его музыка, надеюсь. Ну, не знаю. Разве что там «Криминальная Россия» может быть. Ну ладно, это никакого криминала, успокойся. Суть в том, что Саня-то показывает Илюхе новости, но Илюха смотрит не туда. Илюха смотрит в правый нижний угол экрана и видит, что там время другое-то, ёлы-палы. Дело в том, что у него спутник в интернет ты принес, а там часы синхронизуются по интернету. Там они показывают, они пишут другое время, показывают, но все же нормально сделано. Полдень настроил на 12 часов, Илюх. Время совпадает с часами на руке. Да почему этот дурацкий компьютер показывает другое время? Ну, часовые пояса, потому что там это... Да. 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 Поэтому Илюха решает остаться еще на некоторое время на необитаемом острове. Сначала он не догадывается, наверное, да? Вот, и начинает расследование про часовые пояса. Ну, к счастью, на этот раз он делает быстро, потому что у него под рукой интернет Саня оставил. И да, и он понимает, что он находится в часовом поясе каком-то. Вот, что такое часовые пояса? Это, ну, типа, как по договору определенное время, вот на какое-то... Ну да, то есть, предположим, давайте вообще поговорим о том, зачем их ввели.
Вот есть деревня какая-нибудь... Какая деревня? Вот название какое-нибудь придумай, чтобы она чтобы показывала, что она находится вдали где-нибудь в глуши. Вот Бухловка есть, вот когда деревня... на дачу еду, там вот такой приезжает. Деревня Бухловка. Я сейчас знаю Харпунова. Вот, есть деревня там такая. Вот такие две деревни. Наверное, вряд ли они рядом. Вот. Но, предположим, жители между ними переезжают из одной деревни в другую. Да? Они находятся на разном, чуть-чуть на разном месте на планете Земля. Предположим, полдень наступает в деревне Бухловка на 5 минут раньше, чем в деревне Харпунова. Хорошо. Ну и что получается? Каждый раз, когда жители ездят из одной деревни в другую, им что, часы переводить? Можно их переводить. Неудобно? Неудобно, да. Ты едешь такой, тебе каждый раз при переезде из одной деревни в другую переводить, да, часы? Зато ты путешествуешь во времени всегда. Ну да. Было бы круто. Но вот даже в пределах Москвы. Вот если вы возьмете Москву... Приехал на работу, как бы... Как бы восток и запад Москвы. Ну, можно посчитать, но мне кажется, там что-то около минуты должно получиться. То есть полдень на востоке, где-то на запад. Ну, может, надо чуть в Подмосковье уехать, чтобы такое получить. Вот, где-нибудь в городе Электроугли восход наступает там на пару минут раньше, чем у неудачников в деревне Барвиха. Вот, как бы. Ну, да. Такая разница есть. Часы каждый раз переводить неудобно, поэтому люди договорились, давайте вот в этих границах хотя бы не будем переводить часы. К чему это приводит? С одной стороны, удобно, но с другой стороны, теперь у вас полдень не наступает в 12 часов. Только если вы не находитесь ровно посередине своего часового пояса. Ну да. В середине часового пояса кто будет находиться? Ну, первыми всю эту тему начали разгонять кто? Англичане, как мировая держава. Ну, да? Вот это Гринвич никогда. Да, у них есть Гринвичская обсерватория, которая сказала, ну все, мы в середине своего часового пояса. Все от нас считайте. Время, удобно, да? Удобно. Да, удобно. Вот, и вот... Ну, им просто неохота, как бы там что-то там считать. Сами считайте, у нас вот тут ноль. Ну да, у нас тут ноль, а вы как бы прибавляете уже, да. Вот Москва находится, например, между... Она находится не посередине часового пояса, она как бы находится примерно посередине между часовым поясом плюс 3 и плюс 4. И поэтому есть выбор, либо вот присоединять Москву к часовому поясу, там, к одному, там, плюс... Так, и плюс 3... Ой, я, наверное, ошибся, плюс 2 и плюс 3. А, ну у нас плюс 3, да. Правильно? Да, то есть Москва находится географически между часовыми поясами плюс 2 и плюс 3. Вот, и можно ее присвоить к часовому поясу плюс 2, тогда полдень будет наступать примерно в 11.30. Либо можно причислить к часовому поясу плюс 3, тогда полдень будет наступать примерно в 12.30. Ну да. Вот, как-то так. Ну и любая деревня вынуждена идти на этот компромисс. И мы вернулись к вопросу о том, во сколько полдень наступает в Москве. У нас сейчас часовой пояс плюс 3. И... Типа в полпервого? Полдень наступает, да, в 12.30 плюс-минус уравнение времени. То есть на самом деле самое раннее в году полдень наступает в 12.15, а самое позднее в 12.45. Примерно. Ну, там я, может, на 1-2 минуты ошибся. Интересно, вот, интересно. Вот такая тема. Не, ну мне так больше нравится, на самом деле. Я люблю подольше поспать, и тогда получается, что день будет длиться дольше, это, ну, удобней. Но... Можно даже на плюс 4 перевести. Я бы проголосовал за это. И мы, казалось бы, решили уже все загадки, которые могут быть, но тут Илюха просыпается и видит, что ноут показывает на 1 час отличающееся время. Что это было? Чего? Перевод на летне-зимнее время. Да, почему-то в его часовом объявил, поясе, да? На его необитаемом острове переводят стрелки. Ну, вернее, его часовой пояс, где там, ну, с кем связывается устройство, переводит стрелки. Я помню, когда еще переводили, да. Да, было дело. Вообще раньше Москва прыгала между часовыми поясами плюс 3 и плюс 4. И поэтому лет 10 назад, а, наверное, уже даже 11, когда там Медведев, по-моему, в 11 году. Зимой на плюс 4 переводили, да? Нет, летом плюс 4, зимой плюс 3. Зачем? А ну, ладно. Вот, и летом полдень наступал в 13.30. Вообще в 13.30. Ну да, я, типа, летом как-то там в 12 часов светло было, или там в 11, ну, когда, ну, типа, в июне, там, когда вот максимально... Долго. Ну и получается, не? Вот представьте себе ситуацию, вот во всех там по телевизору, по интернету все говорят, не загорайте в полдень ни в коем случае, не загорайте в полдень ни в коем случае. Имеется в виду что, 12 часов? Нет, имеется в виду, что солнце высоко. А солнце в летнее время, тогда, было высоко выше всего в 13.30. Ну,
Есть в этом что-то разумное, да. И я могу себе представить вполне какого-нибудь человека, который смотрит на часы и говорит, 12 часов, не, я загорать не пойду, подожду-ка я часа 2. И идет самое пекло. Вот. Медведев, помните, в 2011 году сказал, что все, хватит переводить стрелки, остаемся навсегда в летнем времени. Да. И у нас навсегда стал полдень наступать в 13.30. А потом Медведев ушел, пришел Путин, сказал, что-то нет, это давайте теперь в зимнем времени навсегда останемся, которое было раньше зимним. Ну, и у нас теперь полдень всегда в 12.30 наступает. Вот. Вот такая вот тема. Да. Но с этим Илюха быстро разобрался. Ну, я уже покинул необитаемый остров. Нет, ты не покинул, потому что ты этим увлекся. И стал... Стал там жить. Саня оставил тебе фотоаппарат. Да, объявил независимость. Независимость. Учредил свой часовой пояс. Да, да, неплохо. Саня оставил тебе фотоаппарат. И вот ты стал получать вот такие красивые картинки. Ну, только без Стоунхенджа. Хотя ты мог построить вполне у тебя много. Да, за столько времени ты можешь был там построить. Что это на картинке показано? Вот помните уравнение времени, да? Угу. То есть полдень, насколько отличается. Вот если вы будете каждый полдень в году фотографировать положение Солнца и накладывать эти картинки друг на друга, то получите вот такую вот восьмерочку в течение года. То есть комбинация движений Земли, вращение Земли с наклоненной осью по эллиптической орбите приводит к тому, что каждый день в одно и то же время, по обычным часам одно и то же время, вы фотографируете солнечные часы и получаете вот такую восьмерку. Она называется аналема. Если бы Земля просто вращалась бы вокруг своей оси, то Солнце каждый день появлялось бы на одном и том же месте, да? Ну да. Угу. Да. Если бы Земля вращалась без наклоненной оси и не по эллипсу, а просто по кругу, и с осью, смотрящей ровно наверх, относительно вращения вокруг Солнца, то, тоже, наверное, да. То Солнце просто делало бы вертикальную палку, то есть просто опускалось бы выше и ниже в полдень. Ну, и уравнение времени не существовало бы, оно было бы равно нулю. Ну, наверное, да. Да, то есть просто изменялась бы высота Солнца. А вот с учетом всех движений получается такая аналема. Вот. А если не в полдень засекать, то аналема будет по диагонали вот так направлена. В другое какое-то время суток, например. Я, кстати, забыл сказать про часовые пояса. Да. Если посмотреть на карту, то в целом, ну... Все постарались сделать так, чтобы их там поселения были примерно плюс-минус в своем географическом часовом поясе не сильно отличались. Да? То есть полдень, чтобы примерно 12 часов наступало. Mm-hmm. Вот такое значительное исключение, по крайней мере, внешне глядя на карту, я вижу Китай, который объединил просто кучу часовых поясов в один. И судя по этой карте, где-нибудь на западе Китая, полдень должен наступать примерно там часа в 3 дня уже. Примерно так. Ну да, а чё им? Да, ну, зато удобно, ты можешь по всему Китаю ездить и не переводить ни разу стрелки. Ну и возвращаемся к мотивации моей. Зачем я решил сделать это видео? Вот часы на ВДНХ, вот вы посмотрите на них. Я здесь вывел две картинки. Одна из них — это сами часы солнечные, там указатель, такая палочка. А справа — это фотографии из космоса на аллею космонавтов, на которой часы установлены. И видно, что часы направлены не на север. Mm-hmm. Они направлены на где-то северо-северо-северо-восток, запад, пардон. Северо-северо-северо-запад. Mm-hmm. Я не знаю, как их ставили. Мне кажется, моя версия. Пришли рабочие установить эти часы и увидели, что... Ну, и просто их повернули так, чтобы сейчас они показывали правильное время. Mm-hmm. И они сверялись со своими часами на руке. Mm-hmm. А проблема в том, что на этих часах напротив полудня стояло время 12 часов. То есть это часы какие-то универсальные, они должны были показывать универсальное солнечное время. Истинное солнечное время его еще иногда называют. Mm-hmm. А если ты хочешь настроить так, чтобы они показывали время московское, то напротив севера надо было бы поставить время московского полдня, 12.30. А там 12. А, да, да. А еще, может быть, они его ставили летом. Когда переводили стрелки, или когда Медведев сказал, что у нас полдень в 13.30 вообще, тогда у них еще сильнее ошибка была бы. Да не, ну, наверное, давно ставили, нет? Ну, скорее всего, да, это Алексей. Я не помню, в каком году. Ну, когда... Но, скорее всего, да, они ставили летом. При совке, наверное. Как-то. Не, какой? Ну, а, ну там была какая-то реконструкция этой аллеи. А, ну да, что-то было. Надо. Наверное. Может быть, их уже исправили, эти часы, я на это надеюсь.
Да ну, вряд ли, да вряд ли кто-то там будет. Я на острове, я не узнаю. Но у тебя уже независимое государство, тебе не надо. Ну да, я могу у меня своя будет аллея космонавтов. Своя космическая программа. Да, своя космическая товарищ майор, это все про независимое государство, это шутки, правда, не надо относиться. Так это же не в России. А, но... Наоборот, как бы, ну, прирастает, ну, как это называется, прибавляет к нашему. Оккупировал остров, там не обижаем просто, да. Вот. Это мы любим, да, это да. Важно. Вот так, дорогие YouTube-зрители. До свидания. До новых встреч. Да, и обязательно оставляйте комментарии, как вам новый формат видео, удачный, неудачный. И пишите, что вы думаете о пакете на моей голове.